Привет, меня зовут Лена, и мы сегодня с вами будем измерять углы, изучать, что это такое, и даже их пытаться будем строить. Прежде чем разобраться с этой темой, давайте вспомним, что мы с вами знаем про отрезки. Дело в том, что с углами мы будем с вами делать то же самое, но только немножко поменяем вид, с какой стороны мы смотрим. То есть, что мы делали с вами с отрезками? Мы их строили. Да, по линейке спокойненько называли какими-то двумя заглавными буковками дальше могли их называть с одной стороны или с другой стороны нам было не важно да что у нас начало что у нас конец но важно что есть и начало и есть конец и пытались измерить с углами то же самое но угол это объект геометрический который состоит из других геометрических объектов и давайте посмотрим из каких Итак, угол состоит из, в общем-то, самого угла, да, мы его сейчас увидим с вами, из некой точки вершинки, откуда все начинается. Вершинка не потому, что сверху, да, а потому, что из нее как бы выходит вот это начало, берет свой угол. И, конечно же, у угла есть стороны. Из чего же он состоит? Вот наша точка О в нашем случае, О это как раз вершинка. Из нее у нас, посмотрите, посмотрите, что выходит. Важно, не отрезок, нет. У нас выходит именно луч ОА и ОБ. Два луча, которые берут свое начало в одной точке О и образовывают угол. Как его назвать? И тоже внимательно посмотрите, послушайте, да, как я его называю. АОБ или БО. А. Это один и тот же угол, хотя его переназвала совершенно по-разному. В, в, чем же была одинаковость? Да? Как понять, что я назвала один и тот же угол? Точка О у нас была в середине. Если вы хотите назвать угол, то обязательно вот эту точку, вершинку ставьте в серединку. А остальные буковки, это не важно в каком порядке они идут. Либо БОА, либо АОБ. Да? То есть, как вы переворачиваете свой угол, неважно. Главное, чтобы у вас вершинка угла была в серединке. Дальше, что вот это за точки Б и точка А? Мы их обозначаем просто как некие точки, которые лежат на луче. В нашем случае вот у нас есть луч 1 и луч 2. Как обозначить, что будем говорить, луч 1 и луч 2? Ну, это не очень звучит. Поэтому мы луч 1 обозначили как вот луч О, Б, да, а второй луч как ОА. А вместе получили вот такой вот уголочек. Кстати говоря, острый. Но это мы еще с вами обсудим. Что же такое стороны? Стороны это и есть те самые лучи, о которых я говорила. ОБ это сторона номер один. ОА это сторона номер два. Что ж, про обозначение уголочка я несколько раз назвала угол а о б б о а но как это обозначить что у нас с вами угол мы с вами вот его начертили а теперь наша задача еще и показать что у нас не просто три каких-то точки или три заглавные буквы а что это именно угол и вот существует в геометрии вот такой вот уголочек да он в общем-то уменьшенная версия уголочка какой бы угол у вас не был бы да острый бывает еще прямой мы сегодня с вами познакомимся с тупым углом значок угла всегда стандартный всегда вот такой и читается как угол АОБ ну что ж давайте посмотрим теперь на разные углы вот например у нас здесь угол БАС и посмотрите в серединке этого угла проведен еще один луч а д не просто так проведен а здесь еще у нас появляются какие-то рыженькие дуги что это за дуги а то что они рыженькие это не важно а вот то что у нас и здесь одна дуга и здесь одна дуга это важно таким образом мы обозначаем именно равные углы что значит равные углы у них одинаковая градусная мера что это такое, мы с вами сегодня еще узнаем. Но важно для нас сейчас понимать, что равные углы ⁇ это те углы, которые, если мы начнем совмещать вершинки и стороны, то они у нас полностью, один луч наложится на другой луч, одна сторона наложится на другую сторону, и вершинки все совпадет. Вот те углы, которые у нас да, совпадают при наложении, в общем-то, называются равными. В будущем мы с вами уже научимся их измерять и сможем понимать, ага, этот у нас луч большой, этот угол у нас большой, а этот угол у нас маленький. Итак, у нас получается, что здесь на картинке угол BAD равен углу DAC. Опять-таки, как называть важно, чтобы у вас вершинка была в серединке. Как сказать, что у нас два угла равны между собой? Ну вот таким образом, да, мы говорим, что есть вот у нас значок угол BAD равен углу DAC. Вот эта запись нам говорит э, с вами о том, что два этих угла имеют одинаковую градусную меру. То есть это также запись нам говорит, что не смотрите на рисунок, там может быть маленькая погрешность, но верьте, то, что эти два уголочка равны. Если вы их будете накладывать между собой, да, друг на дружку, то они у вас совпадут. Итак, а как узнать, что углы одинаковые? Вот для этого нам существует в помощниках, да, такой вот находится транспортир. Что это такое? В общем-то, то, что вы сейчас видите на экране, это и есть транспортир. А, это линейка, но только не для отрезочков, а для уголочков. А, на что нужно обратить внимание? А, посмотрите, какое большое количество делений. Так вот... А мы как раз с вами подходим к той идее, что углы у нас измеряются в градусах. А откуда берутся эти градусы? Представьте, что у вас вот это есть полу полуокружность, да, половинка от окружности, половинка от круга, можно еще себе так представить, да, и разделили на 180 частей. То есть, если я посчитаю все вот эти вот деления, которые вот здесь зелененькие есть, да, сверху по ободочку идут, это у меня получится 180 частей. И вот это вот расстояние между лучиками, это и есть 1 градус. То есть, одна часть, это и есть 1 градус. И тогда, как измерять? У нас у транспортира вот здесь вот находится центр. Вот он является точкой, которую мы совмещаем вместе с вершиной угла. Дальше, посмотрите, все зависит от того, как располагается наш угол, но вот тоже, да, если кто внимательно, уже обратил внимание, у нас у транспортира есть отчет 0, 10, 20, 30, вот с одной стороны до 180, это зелененьким цветом, и посмотрите, у транспортира точно так же идет красненьким цветом, тоже от 0 до 180. Вот. Дело в том, что это для нашего удобства, не потому, что у нас то здесь надо угол измерить, здесь что-то вычесть, что-то сложить? Нет, просто если угол у вас смотрит в одну сторону, то удобнее смотреть и накладывать вот один лучик вот сюда, а другой у нас наложится как раз на градусную меру, и мы будем знать, ага, здесь у нас проходит через 40 градусов, значит наш угол 40 градусов, или наоборот, вам удобнее сделать так, чтобы у вас угол вот смотрите вот так вот, как моя рука, и вот вторая рука вот сюда вот куда-то показывает и тогда мы будем смотреть по зелененькой шкале да у нас получится например 40 или 50 градусов вот будет показывать наш транспортир транспортир это линейка которая позволяет нам либо отложить определенный угол до да, определенной градусной меры, либо измерить уже имеющийся угол, узнать сколько же градусов в нем спрятано. Вот об этом чуть попозже мы с вами еще научимся это все делать и этим пользоваться. Помнится мне, что кто-то уже спалился и сказал, что в общем-то все у него уже решалось и что он уже все умеет строить. Ну что ж, градусная мера. Откуда она берется, я уже сказала. А как она обозначается? Обозначается она вот таким маленьким значочком рядом с числом. Если я хочу сказать, что мой угол, там тот же самый, да, который у нас был, BAD равен 30 градусов, слово градусы я писать не буду. Я уже просто поставлю вот этот значок после того, как напишу число там, 30 или 45. Хорошо, но дело в том, что у нас, оказывается, градусы тоже можно поделить. Вот как мы в, с вами, когда измеряли э, э, наши отрезочки, мы с вами могли измерять в сантиметрах, да, а могли в миллиметрах, могли вообще дециметры брать. Вот здесь то же самое. Градусы это как бы самая большая величина для нашего э, измерения. Но есть еще меньше. А что если у нас, например, э, угол будет не ровно 30 градусов, а 30 с маленьким вот хвостиком, но до 31 не доходит? и вот тогда у нас включаются минуты а, минуты а, это 1 так это 1 градус у нас одна 180 а вот минуты это 1 160 от градуса то есть мы берем 1 градус делим на 60 частей и 1 60 это будет 1 минута а с чем интересно вот можно ассоциировать точно с часами когда вы смотрите на циферблату часов да у нас здесь есть часы у нас с вами есть в одном часе до да, 60 минут и кстати говоря в одной минуте у нас с вами 60 секунд здесь у нас часы и градусы не совсем совпадают а вот минуты и секунды по своим вот делениям примерно совпадают итак 1 60 градуса это минута обозначается одним штришком, а 1,6 минуты это уже секунда и обозначается двумя штришками. Что ж, у нас получается, что мы угол можем измерять в градусах. Если не хватает градусов, там чуть-чуть у нас заехало, то это минуты. А если мы хотим совсем точно измерить, но... Боюсь, что нашими транспортируемыми мы с вами секунды не сможем посмотреть, но все же существуют еще и секунды. Просто знайте про это. Ну что ж, давайте уже и виды углов разберем. А то я что-то там говорила про острые, тупые. А теперь давайте разберемся, что же это такое. Острый угол – это угол, который меньше 90 градусов. Что такое 90 градусов? Вот когда вы за партой вот так вот сидите, вы образовываете с помощью рук 90 градусов. Так что знаете, когда вы хотите поднять руку или спросить кого-то, точнее учителя о чем-то, да, то вы поднимаете руку и ваши руки образовывают угол в 90 градусов. Но если вы подняли руку как-то вот так, то у вас получается остренький уголочек. Остренький, потому что он у вас острый, как острие, как у, у копья вот эта вот верхушечка, да, выглядит вот примерно таким образом. 90 градусов это как раз а, то, что я сказала, да, когда мы ручки с вами ставим, у нас получается прямой угол. И а, тот угол, который у нас больше 90, то есть мы немножко отклонили руку в сторону, но в то же время еще не дошли вот до такого положения, да, вот, вот такого, то есть меньше 180, то это тупой уголочек. Почему тупой? потому что он уже не такой острый, да, он как будто бы сглаживается. То есть чем дальше у нас рука отходит, тем более гладким становится наш уголок. Если тот, который меньше 90, он там прям торчит, ему колоться можно, то тупой уголочек он такой гладенький. Итак, есть угол, который вы знаете, наверное, с начальной школы, который развернутый. Да, ту же самую прямую, когда мы с вами рисуем, по идее, это еще и развернутый угол. В нашем случае это АОБ или БОА. Обращаю ваше внимание снова, у нас О, это точка, которая является вершиной угла. И значит, она должна быть в серединке. Поэтому будьте внимательны, когда будете называть угол. Это угол, у которого точка О в серединке. Бывает угол, который у вас ушел за развернутый. Да? То есть у вас рука не только вот так, она пошла еще и вот дальше. Вот это больше 180, но мы еще не сделали полный оборот. Да? Меньше 300, 360 градусов это называется открытый уголочек. То есть это, знаете, представьте, что у вас есть тетрадка на пружинках, и вы, ну не обязательно на пружинках, вы ее раскрыли. Не то, что прям до конца раскрыли, да, и положили на стол, а вы ее подняли в воздух и еще больше раскрыли. И вот у вас получился вот такой открытый уголочек. И, наконец, полный угол, да, полный поворот. У нас, представьте, опять-таки, что у вас стрелка, да, бежит, 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 и сделал такой полный поворот. Вот она вернулась на место, и у нас получается 360 градусов, это полный угол. Мы с ними будем с вами, вот что с открытым, что с полным углом уже будем сталкиваться в старших классах. А вот для начала нам хватит развернутого, острого, тупого и, конечно же, прямого углов. Итак, с видами углов мы разобрались, с тем, как они измеряются, в чем они измеряются, разобрались и даже познакомились с транспортиром. Надеюсь, что с этой темой у вас все будет в порядке и спасибо за просмотр.